Всем привет, дорогие зрители моего игрового канала. Меня зовут Евгений Гост, и мы с вами продолжаем выживать в Расте. Со мной, как всегда, Валера. Всем привет. Ну и что ж, дорогие друзья. Собственно, сегодня мы с Валерой хотим отправиться на разведку, посмотреть, какие новые дома настроили игроки, потому что в скором времени мы, возможно, будем кого-то рашить. Надеемся, что у нас это получится, потому что что-то как-то... Мы уже пытались, и у нас не очень все хорошо закончилось. А нас там перестреляли. Просто С4 истратили. Ну, собственно, ладно. А сейчас мы такие будем, наверное, поболее мощные, прям все-таки в броне с автоматами. Нормально, надеюсь, Я надеюсь, мы нормально зарашим кого-нибудь. Ну, зарейдим. Потому что хочется уже что-то такое, хочется эпика. Так, пока у нас там С4 на подходе, мы продолжаем бегать и убивать всех, там, наверное, порту, на сфере, в общем, где у нас получается это делать. И, кстати, бочки, как всегда, никто не собирает, блин, чё за народ такой? У всех все уже есть, что ли? Мы с тобой одни, походу, такие бомжи. Видать. Да, нет, не бомжи, походу. Арбалет. Надо? На. А, это чертеж. А, чертеж. Угу. Только что говорил, что мы бомжи, ты берешь, стреляешь по бочке из Томпсона. Да. Почему бы и нет? Умно прям так, знаешь. Взял только моим словам противоречить начал. Ну ладно. А, так. У нас граната есть. Да, кстати, у нас есть граната еще дополнительно в снаряжении. У меня калаш, у Валеры Томпсон. Ну, как я сказал, во все оружие мы с Валерой прям такие это... Бруталы. Что-то у меня... Возьми там фрагменты. Как всегда, мышка тупит. Так, у меня уже 74 фрагмента, прикаляешь? Только вышли. Мы их до сих пор продолжаем копить, потому что нам нужно изучать еще некоторые вещи. Так, хорошо, ну что, погнали, прогуляемся до базы этих ребят, которые нас благополучно убили, когда мы их пытались зарашить. Зарейдить. Я уже привык говорить зарашить. Зарейдить, все. Запушить. Да, зарейдить, запушить, зарашить, это как-то все одинаково звучит. Так, вот этот дом мне тоже как-то интересен, потому что очень странно, что его не рейдят, все, правильно сказал. Я вот думаю, что те ребята... Постройка. Да, кстати, вот я только хотел сказать, что я думал, что те ребята должны, по сути, вот зарейдить. Но вот что-то они его не рейдят, так что, возможно, это их дом. Вот тут сундук. Тут тоже сундуки я уже нашел, где у них стоят. Угу. Офигеть, у этих парней в доме 3 печки. А, прикинь, их походу зарейдили. Ну-ка, погоди-ка. Ты уверен? Ну-ка, сейчас я кожу скажу, посмотрю. А у них вышки были, помнишь? Да, я помню. В том-то и прикол. Ну-ка, погоди. Тут вам у них стоит большая печь открытая. Сейчас посмотрю, может, в ней что-то есть. Open big patch? Нет, нету ничего в печке в этой, к сожалению. Так, а внутри? Что-то тут. Ребят, ну вы помните, да, какой у них дом тут, база прям огромная была? Офигеть. Да, лол. Ну, в принципе, возможно, они просто перенесли свой дом вот сюда, вот посмотри, здесь не зарейджен дом этот. Вот, стоит целехонький. Только там, наверное, дверей дофигища внутри, потому что дом, ну, реально огромных размеров. И навряд ли у нас с тобой получится его зарейдить. С нашим количеством сишек. О, посмотри, я еще дома нашел. Там вон спереди еще дома. Не такие, кстати, большие. А, это, бля. Так. А, подожди, а где ты? Я пробежал вперед, короче, дальше. Вот тут как бы вниз будет спуск. Ну, то есть, просто бежал вперед. Пробежал их новый дом, скажем так, пристройку. А, вижу, что все. Так, а здесь... Здесь целый дом, полностью целый. То есть, походу, хозяин дома до сих пор играет. Что, возможно, хорошо, потому что у нас есть шанс с тобой его зарейдить, собственно. Надо все эти дома запоминать, брать на примету, друзья. И вы потом, если что, тоже можете там в комментариях писать, какой дом, ну, вы бы хотели увидеть зарейденным, скажем так. Так, хорошо. Ну, здесь большой очень дом, такой прям вообще реально мощный, то есть его там вряд ли у нас получится зарейдить. Ну и здесь... А, ты видишь нефтяную вышку? Да, нефтяную вышку я вижу.
Так, ну ладно, хорошо. Хорошо. Так, ну у них уже, кстати, стены гниют, то есть, возможно, в скором времени стена сама сломается. Так, ну чё, где ты? А, вон, вижу тебя. Я около того дома. Собственно, всё, вижу тебя. Ну чё, давай, наверное, тогда продвигаться вперед, посмотрим, что у нас там происходит на аэропорту, да. Ну и заглянем, как всегда, на сферу, на наше любимое место, наверное, с Валерой, потому что там постоянные ПВПхи. И надеемся, что нас в этот раз не смогут убить. Ну, собственно, в прошлой серии... Чё, в прошлой серии мы, получается, с тобой вообще помнишь, как там хорошо повоевали, да? Сколько лута мы с тобой там собрали, ну реально очень много. До сих пор, кстати, Валера ходит с этим Томпсоном, добытым с той перестрелки. А, нет, с тем Томпсоном, которым он был в той перестрелке, вот. И я с тем же Калашником хожу. Было бы прикольно, если бы мы с ними реально никогда не расстались. Станут такими нашими... Трофейные. Да-да-да, трофейные. Фамильное оружие. Мы его будем с поколения в поколение передавать. Да тут эти, блин, постоянные вайпы. Так что, наверное, не получится из поколения в поколение передать, к сожалению. Так, ну что ж, давай тогда уже с тобой мы продолжим, когда уже будем подбегать к аэропорту, чтобы люди не смотрели на эту бесконечную беготню. Собственно, друзья, встретимся уже на месте. Ну что ж, друзья, собственно, мы подбегаем уже в аэропорт, забегаем даже. Собственно, что-то никого вроде как не видно, да и уже начинает темнеть. Да, уже практически потемнело. Капец. Не вовремя как-то. Да. Ну ладно, давай, бочки здесь есть. Собственно, давай сейчас твой полутайм немножко. А, да. Людей не так много. Людей, да. Людей сегодня что-то и правда как-то, ну, маловато, скажем даже так, для этого сервера. Всего лишь 37 человек на данный момент в онлайне. То есть, ну, не очень много, не очень. Но все равно есть шанс кого-то встретить на сфере. Как минимум. Дядьки в сорсовые работают, все просто это мышпальники. Ага. Так, ну что ж, я тут все уже посмотрел, собрал, у меня уже 91 фрагмент. На сам аэро как-то не хочу заходить, потому что там радиация. А я хочу, у меня есть антирад, давай я сбегу. Все, ладно. Хорошо. У меня антирад. Ну, ты понимаешь, да? У меня антирад, типа, значит, я пойду. Ну, типа, я тебя понял, да. Типа, у тебя антирад, типа, ты пойдешь, да? Да-да-да, вот так вот. Ты должно быть, в принципе. Нет, или типа, у тебя антирад, и ты пойдешь. Да-да-да. А, ну все, я так понял. Типа, у тебя антирад, и ты идешь. Нет, типа, у меня антирад, и я пойду. А, ну все, окей. Нет, капец. Вообще, это ты стой, прыгни! Красавчик, все. Видишь? Да. Я уже думал убивать тебя прям в голову, тебе стрельнуть, чтоб ты умер. Ну так-то и это. У нас friendly fire выключен, знаешь, капец темно. Да, вообще, жесть, как быстро темнеет. Ой, на сфере, наверное, опасно будет в такую темень находиться. Хотя, в принципе, можно попробовать. Так. А как нам будет пройти? Там же домик кемперский. Угу. Смотри-ка, дом прям. Так вот глупо, кстати, строить. Зарашить легко. Зарейдить, зарейдить. Какая разница? На заметку этот дом взять. Понимает. Ну да, уже, мне кажется, тоже меня понимают. Что? Я тебя не вижу. Я сзади тебя бегу. Если что, какие-то факелы прописал. Угу. Всякий случай. То у меня тоже почему-то темно, я не могу понять. Обычно, да-да-да, обычно у Валеры всегда светло, и я ориентируюсь чисто по его словам. Сейчас же что-то у него тоже как-то темно. Странно, странно. В принципе, чем позднее, тем светлее у меня почему-то. Вот это, смотри, там кто-то есть. Вижу. На сфере. Аккуратно, аккуратно. Блин, он нас услышит, мы будем подниматься. Тихо, 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 тихо. Еще один поднимается, Валера! Вижу. Не стреляй! Не-не-не! Тихо-тихо, давай на картах, на картах. Давай, умеренно. Он поднимается. Стрелять? Нет, уже поздно. Один упал. Да. Давай потихоньку. Че, откуда крики-то? Тихо-тихо-тихо. Не шурши, не шурши.
Я вообще ничего не вижу. Я, к сожалению, тоже. Вообще ничего. Зажигай факел, буду прикрывать. Блин. Это кто топал? Зажигай, зажигай быстрее. Ты не поднимусь. Все. Да ладно, мы уже спалились, просто идем. Стой, не беги, ты что, я-то не вижу, вернись, пожалуйста. Подожди, 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 я не буду возвращаться. Вон, видишь свет? Ты где, прыгай. Я сейчас упаду нафиг. Валера! Стрелой стреляют. Оо, там двое, двое. Давай, я зажигаю свет. Поднимайся. Давай, давай, давай. Заходим. Тут человек есть, аккуратнее. Все, давай. Ты мои глаза, ты мои глаза. Это уже превратилось в какой-то хоррор. О боже. Че за трешняк? Откуда? Слышишь, нас стреляют? Только да. Откуда? Тоже не могу понять. Кто первый тогда идет? Я или ты? Давай ты, я тебя прикрываю. Сейчас, хотя. Подожди, я. Хотя, наверное, глуповато вот так. Я уже все нормально вижу, если че. Понял. Так. Ты факел зажег? Нет. Это факел зажег. А ну сюда. Слышишь, это какой-то тоже дикий школьник. Блин, Валера, у меня проблема, я нифига не вижу и. Так. Здесь мне будет очень тяжело. Оп! Давай, я туда все. Полетели, сейчас убьем его, он кого-то убил. Кто-то упал. Так, вот тут опасно. Так, тише, вот он, вот он. Пусть умрет, не добивай. Да пусть летит. Зря. Можно было в воздухе тут взять. Нет, он бы упал. Все, аккуратно. Ну зато сейчас все знают, что мы здесь. И люди сюда пойдут. Блин, мне страшно как-то очень. Люблю эту цистерну, еще эти звуки. Это просто ужас. Кто-то еще орёт, слышишь? Капец. Это. Все, Жаки, я факел буду включать уже. Потому что наверх поднимаемся. Это уже просто, я не знаю, это. Это сфера смерти. Звезда смерти подняла уже. Звезда? Вон он, слышно. Я ни разу в него не попал. Убил. Ну все, хорошо, тише. Так. Помоги ему умереть. Я заберу у него шприц, в общем. Что у него есть? Пусть сам умрет. Выстрел. Все, смотри, отспаун вещей пошел уже. Да, мы вовремя пришли. Тихо. Ты стреляешь? Нет. Лол. Проход, смотри. Откуда? Только в том, что у меня очень. Что у меня очень-очень темно. По-моему, здесь один. Гранат. Тут, по-моему, несколько ходов есть, да? Не знаю, честно. Давай ты будешь пасти тот, с которого мы шли, а я буду пасти другой немножко. Окей, давай. Я тут наблюдаю, если что. И посмотрим, что получится. Ой, как-то сразу же эта игра превращается из просто сурвайвала в хоррор какой-то. Тихо. Сейчас я шприцу на фонарику. Он меня заметил. Он в конце сферы другой. То есть в этой же сфере, но в другом конце. Понял. Так ты лучше вообще не забегай никуда. Я тут смотрю лестницу, тут просто еще один ход. По лестнице как бы, и вот я его полю, вверху, чтобы лучше остаться, то есть. Ну я вверху, да, сижу, то есть просто на макушке самой засел. Блин, нам бы продержаться с тобой до утра, потому что ночью как-то вообще не очень охота. Ты как мы сидим, ты устал? Откуда? Не понял. Ты его видишь? Убил. Ты его убил? Да. Я к тебе ТПА пишу. Твою мать, кто-то здесь еще есть. Быстрее ТПА давай. Я пистолет тогда возьму, чтобы если что сразу смог дать. Кто-то по мне еще стрелял. А
Аккуратнее, аккуратнее, прошу тебя. Да все, все, все норм. Просто иди, чем прикол, я же тебе говорю, сиди, смотри. А ты что-то вот, блин, бегаешь? Так я сидел, смотрел, я не понял, откуда он начал стрелять. Ты, да? Там, блин, местность. Я тэпнулся, не знаю. Аккуратнее. Так. Это его лут? Офигеть. Или нет, да. Это твой. А вот да, его. Да, это мой. Ну, норм у него так-то, да? У него есть гранаты из банки, бобов. Ну, и патроны на твой Томпсон. Хороший лут? Ну да, в принципе, чё нет. Любой лут хороший, мне кажется. Да. Не, Жак вообще красавчик. Это еще прикол в том, то что у меня вообще нифига не видно, понимаешь? Ну как, не то чтобы нифига, но очень, реально, очень тускло все, вот прям вообще жесть. Очень, да. То есть тяжело как-то ориентироваться на этой сфере, но вот вроде как чела получилось убить. Мне очень повезло. И хорошо, что додумался красться, а не бежать на пролом, когда увидел его. Я, то есть, подкрался и начал по нему херачить. На калаш, возьми у него патроны. Я вижу чей-то факел, он вдалеке. Или это дом чей-то? По-моему, что-то горит там. Ладно, или это. А, это айрон. Возьми у него ресурсов. Короче, так прикрывай меня, Валера. Сейчас. Я возьму всякую. Там аптечку у него, возьми бинты, патроны на калаш. Окей, окей. Еще один шлем. Давай, давай, прикрывай. Я возьму все, что надо. Если что, ставлю тебе. Я просто видишь, что? Я тоже это раскладываю еще. Окей. Так, беру бинты, тут всякую эту шнягу. Разделывать тела будем. Да ладно, у них с тобой же не такие злые. Так. Все-таки я ему голову стрельну за то, что он меня убил. Я, короче, из него все выкидываю, да? Ненужное. Ну, чтобы другие не подобрали. Кстати, уже светло. Да, отлично. Да, нормально. Стрелы. Так и не понял, откуда он меня убил, но моя позиция, кажется, лучше. Еще один лезет. О, еще один лезет с калашом уже. Где, где, где? С моей стороны, возможно, будет подниматься. Аккуратно. А где ты его увидел? А, внизу еще. Чисто внизу? Нет, он уже в сфере. Аккуратно. Я не знаю, где он точно. Ой, давай так не будем подходить. Мне страшно. Вот, вот тут он бегал, вот тут, вот, на вот этой. То есть он может сзади уже начать залазить. Ой-ой-ой. Ну-ка посмотри-ка там. Я не знаю, как там лучше сесть, видишь, чем делать. Да просто у забора сядь. А где там поднималка-то? Найди лестницу. А, вижу, все, нашел. Блин. Он твой подписчик, насколько я понимаю, в чат что-то пишет. Да-да-да. Жека, прыгни, Жека, прыгни. Я вот. Вижу. Где? С твоей стороны. Гоу. Я сейчас умру, блин. 0 хп, 5 хп, я упал. Не поднимешь? Бегу. Я умер. Нет. Ко мне пропустил. Я сейчас тоже умру. Я гранату успел перед смертью кинуть. Ты умер? Да. А граната просто выпала, ты прикинь? Ты, короче, ответил мне на телепортацию. Я, ты сейчас... Я с пистолетом сейчас появлюсь у него. Ты уверен? Да. Блин, нет, все-таки Калашников лучше, чем Томпсон. Где он? Не знаю, около моего трупа. Ты там возродился? Да. О боже. А, у меня еще 11 секунд. Блин! Он меня убил. Нет, Томпсон не очень, все-таки. Да.
Или это мои кривые руки? Не очень, конечно, получилось у нас, к сожалению. Ну ладно, сейчас мы, наверное, с тобой еще раз бегаем, попробуем что-нибудь сделать. Или что? Ну, можно, не знаю. Ну ладно, давай сейчас с тобой, собственно, все соберем опять, посмотрим, может кто-то там остался, и возможно что-то мы сможем еще забрать. Собственно, увидимся уже там. Ну, друзья, все, не зря мы пришли на сферу, я вам уже двоих человек насчитал. Не двоих, а троих. Ты начал уже стрелять? Да, да, да. Нифига, не попаду сейчас ни по кому, потому что я косая жопа. Один упал. Одного убил. Красавец. Сверху, который был. Окей. Воу-воу-воу! Твою мать! Твою мать! Аккуратней. Это? Вон, да-да-да. Еще один. С пистолетом. Вон он. Около этой манси. Этот с пистолетом. Да блин, я вообще ни по кому попасть не могу. Твою мать. Я тоже. Вот я косой. Ой, попали по мне. Аккуратненько. Ах, твою мать. Да, мне нужен пистолет. С одной винтовки не очень. Да я умер. Я умер. Сейчас я им надо убью, возможно. А ты с чем будешь? С шотганом. О, блин. Аккуратно просто. Аккуратно. У меня ничего я не сделаю, у меня игра залагала. Жек, игра залагала. Это ты стой? Да, блин, там челы бегут, от тебя лагает. У меня игра залагала. Валер, по тебе стреляй, только бежишь. Так, я не могу вертеться, в этом-то и прикол. Все, смог. Блин, там челы вон лут твой собирают. Где именно? Да вон там, слева. 6 патронов. Это ты? Да. Вон, спереди. Окей. Че, бежим? Ага, вон. Давай по кустам. Да, сбоку. Вон, почти. Вижу. Подожди. Тут еще один есть. Сейчас я его убить попробую. Убил, ко мне иди, у него калаш. Быстрей. Жека. Сейчас. Около поднималку. Я взял калаш его, кажется. Быстрей. Сейчас. Ну, Жека. Да бегу. Бегу. Да бегу я к тебе, я собирал лут с другого чела. Этот сейчас на меня целится. А где он? Ты на месте стоишь? Я не стою на месте, я к тебе бегу. Это я, стой. Это кто стреляет? Я почти. Я вон тут, я вон сбоку. Я тут. Я тут, Валер. Да, сейчас я дам тебе калаш. Он просто забагал, короче, на калаш. Все, отлично. У него патроны взял? У меня 100... Да, у меня 170 патронов. Где еще тела, я не понял. А где тут парень? Он где-то там был, я его видел. У тебя вот тут чел стоит просто. Вон он, Джек. Вон там, за вот эти, где много этих стоит. Попал. Красавчик. Капец. Томпсон подобрал. Что мне его отгонять? Да. Делай, что хочешь, просто отгони. Он или ты стрелял сейчас? Он. Так, тут калаш, по-моему, где-то валяется. Они не подобрали, из рук должен был выйти. Или это этот калаш. Он тут, Валер. Где тут? Ты бежишь, у меня да? Шоган есть. Да, я сзади. Короче, где-то здесь, за этим ящиком, по-моему. Вот за этим, смотри, можешь пробегать, я тебя буду прикрывать слева. За следующим, вот этим, да? Он где-то здесь был последний раз. Нет, тут уже. Походу отступил. Оттэпался, думаешь? Походу, возможно. Может и не оттэпался. Может в кустах где-то засел. Шли лут попробуем дособрать. Я волнуюсь.
Тише, они там двое, короче, вон они оба. Тихо. Вон, они не знают, что мы тут, тише. Тихо. Сейчас под нами будут. Вон они, видишь? Справа, справа. Не подходи к этому. Они знают, что мы здесь, они целятся. Шотган, у тебя есть? Целятся, целятся, целятся. Один не целится. У тебя есть пистолетные патроны, я спрашиваю? Нет. У меня шотган. А? У меня шотган, я не... они разбежались. Угу. Я вниз быстро бегу. Давай, я там наверху останусь. У меня на снизу. Смотри, чтобы ко мне не подошли. Вам тоже. Меня трясет. Ну эпично, эпично пока. Эпично, реально. Отбиваемся, как можем. Не за дом убежали. Они все слились. Мне кажется, они вернутся. Так, у меня, оказывается, шприц-то есть. Я-то только в ближний бой, не в дальний. Главное, шотган не протирает, он у нас один такой. Угу. У меня нет пистолетных патронов, но у меня есть снайперка, винтовка, и на нее есть патроны, очень много. Вон они, где? Вон они. Где? Справа. Далеко? Справа, там где-то в кустах я видел промелькнуло. Снизу, снизу, чувак с пистолетом. Блин, я не вижу. А, во. Блин! Он меня убил. Он сейчас шотган возьмет. Ты нафиг, с калаша лучше бы стрелял, сейчас добьет. Добивай его быстрее, подними меня. Он утает меня, давай быстро. Убей, снизу, а, это... Утает. Убей. Нет, я его не добью. Убил? Нет. Подними меня, подними меня. Я тебя, как я тебя подниму, я в сфере. А кто его добил? Ну, другой чел, значит. Его никто не добил? Не-не-не. Я не понял. Нет, никто. Джек. Да? Единственное, что я сейчас могу предложить, это действительно уже уйти домой. Ну да, у меня уже тоже кажется, что лучше уйти. Что-то у него подобрал что-нибудь там последнего? Да, я все забрал. Сейчас я из своего трупа заберу что-нибудь. Он из моего трупа шприц не забрал от нас. Угу. Что у него осталось там? Два МВК. Шотган вернули. Ты это не записал? Ну как этого последнего убили, нет. Ну ладно, в принципе, пофиг. Мы и так с тобой сегодня наубивали миллион людей. Миллион человек. Нас убили. Угу. Так, чё, главное? Всё, домой? Пистолет-пулемёт Томпсона выпал из этого. Рецепт? Да. Отлично, из-за чей? Лол. Давай-ка. Сейчас по бырому это ломаюсь. Насчет три холм. Это кто стреляет? Не знаю, пиши холм, забей. Пишем холм. Я написал, если что. Я тоже. Вон с дома, это с дома. Окей. Двое на доме. Я не понял, с какой стороны, но в меня попали. Так, я телепортировался. Да-да-да, все, не ссы. Отлично. Ну чё? У меня оружие. Жди, Жека, 15 секунд, молись за меня. Давай, Валера, как-то там, я не знаю, старайся. Все, я дома. Шо, красавчик. Вау, нифига себе у тебя лута. Столько эмоций. Я говорю, у меня столько лута. Я тебе еще вколол этого шприца. А, ну, я думаю, мы в плюсе. Конечно, в плюсе. Так это вообще нормально так, серьезно. Так, тысяча 145 я собрал сейчас еще угля, прикинь. Мы по броне в плюсе. Да.
Так. МВК я собрал. Ну все, я тут все складываю, короче. Ну и тогда давайте, друзья, мы на этом закончим, потому что, в принципе, все. Мы сейчас просто будем раскладывать лут, как говорится, по полочкам. Ну и, собственно, будем с Валерой смотреть на него и радоваться на этот лут весь. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был я, Евгений Гост. Валера, что у тебя с рожей? Что у тебя с рожей? И Валера. Да, до свидания, всем хорошего дня, вечера и хороших перестрелок. Хорошего лута, главное. Да. Всем спасибо за просмотр. Пока.